Количество космического мусора в околоземном пространстве достигло критического уровня. К такому выводу пришли американские ученые. Они считают, что настало время вплотную заняться решением этой проблемы. Если говорить о мельчайших обломках, их там огромное количество. Мы 50 лет запускаем в космос объекты, и каждый раз после запуска что-то ломается, и мусора прибавляется. За последние 5 лет мусора прибавилось значительно. Возросла и угроза столкновения обломков с космическими кораблями или спутниками на орбите. Обломок по степени разрушения можно сравнить с пулей. Если он большего размера, например, величиной с болт, то это уже будет большая пуля или даже снаряд. Так что вопрос очень серьезный. Чтобы решить проблему, НАСА разрабатывает новый стратегический план. Он включает применение магнитных и лазерных сетей, которые могут столкнуть обломки назад на Землю. Во время падения мусор должен безопасно сгореть в атмосфере. Обычный небольшой спутник может находиться наверху от 50 до 100 лет, но благодаря сетям мы сможем убрать его за период от года до 5 лет. Впрочем, эксперты считают, что самое важное – это ограничить появление нового мусора и отработавшие космические объекты возвращать в атмосферу Земли сразу, а не через десятки лет.